Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, коллеги, партнеры. Если меня слышно и видно хорошо, прошу вас поставить плюсики в нашем чате сегодняшнего вебинара, и мы с вами будем сегодня говорить о партнерской программе. Вот, я вижу, Юрий появился, он вчера задавал вопросы. Скажите, ссылку на этот ролик вы хотели вчера получить или на какой-то другой? Вот, потому что речь шла... Так, слышно, видно, хорошо, я понял вас. Так, отлично. Ага, Экзюпери, хорошо. Насчет Экзюпери, там это получается у нас, так, то ли звездный мальчик. Коллеги, если напишите города, из которых вы сегодня пришли на наш вебинар, будет, в принципе, тоже очень здорово. По поводу Экзюпери, я в процессе вебинара еще поищу, в конце тогда я найду этот ролик и ссылку сброшу. А, в принципе, с другой стороны, если вы зайдете на YouTube, Юрий, да, и наберете просто в поиске ролик из «Маленького принца», да, вот, то вы, точнее, «Звездного мальчика», извиняюсь, какой «Маленький принц», из «Звездного мальчика», то у вас высветится несколько роликов, вы там увидите вот этот вот такой лес осенний, да, и, в принципе, нажмете, у вас будет этот ролик. Итак, коллеги, приветствую всех, приветствую Киров, Ярославль, Павлоград. Павлоград, предполагаю, украинский, да, Днепропетровск. Петровской области, возможно, другой какой-то, Минск, Кызыл, Волгоград, Новокузнецк, Иркутск, то есть, видите, география достаточно широкая, вот, у нас где-то по минимуму, скажем так, если мы смотрим на города, которые перечислились, это получается где-то 6 часов разброса. Бывал я в городе Павлограде, вообще во многих городах, которые здесь перечислены, в своей жизни побывать пришлось, но есть целый ряд, в которых не было. Ярославль вижу, да, отличный древнерусский город, недалеко от Москвы, добраться до него не так сложно, и есть что посмотреть. Порадоваться глазу, как говорится, да? Москва. Итак, друзья, речь сегодня пойдет у нас с вами о возможности создания источника дохода, да, до момента выхода группы компании Skyway на международный рынок транспорта и на международный рынок инвестиций. Вот. Наш проект, я в последнее время на вебинарах по партнерской программе, он сильно отличается от большинства партнерских программ, которые мы видим традиционно в повседневной жизни, их порядка там 5 с лишним тысяч, да, в разных исполнениях. Я не считаю сейчас проекты, которые можно назвать хайповскими проектами и так далее. Это отдельная категория. Я имею в виду партнерские программы, где это связано с конкретными какими-то услугами, да, либо товарами. То есть это то, что нам привычно, это то, что в мире обычном, в котором мы с вами живем, существует официально с 1950 года. Хотя началось немногим ранее. Вот. Вообще, кстати, какие-то там партнерские программы и доход на разницу между тем, что вы купили и потом продаете населению, например, это было в Америке в конце 19 века еще, когда люди на тележках развозили там по ранчо, по деревням каким-то товары, купленные оптом и продающиеся в розницу. Это, по сути дела, первые, скажем так, дистрибьюторы, которые были на планете. А MLM-бизнес, да, партнерские программы, как правило, вознаграждение в них либо с одного уровня, либо там с нескольких уровней, либо, скажем так, с большой глубины построены ваши структуры кого? Потребителей каких-либо товаров и услуг, да, либо пользователей их еще называют. То есть, компании, которые работают на рынке партнерских программ, занимаются, начиная от рынка здоровья, я думаю, многие из вас с этим сталкивались, и заканчивая рынком оказания каких-либо услуг, там, вплоть до кабельных операторов, вплоть до заправочных станций, где вы можете заправляться топливом, у вас есть скидка, если по вашей рекомендации кто-то тоже заправляется в этой сети, вам немножко еще идет начисление, которое вы можете тратить. Ну, на то, что вам необходимо, либо просто дешевле заправляться, да, бесплатно фактически. У нас все немножко по-другому. Смотрите, я сейчас задам простой вопрос. Я думаю, найдутся те, кто на него ответит положительно. Занимались ли вы раньше инвестициями вообще? Я говорю об инвестициях во что-то конкретное. Я не говорю пока об инвестициях, скажем так, в проекты, которые там дают от 19 там, до 22% ежемесячного прироста. Как правило, это... Ну, как мы говорим, проекты хайповские, я ничего против них не имею, в них можно выиграть, в них можно проиграть, они периодически появляются, а периодически пропадают. Я вижу, что вот у нас несколько людей написали нет. Ну, тогда буквально два слова. Смотрите, мир инвестиций для большинства людей, по крайней мере, проживающих на территории бывшего Советского Союза, это что-то такое страшное, тайна за семью замками, да, это как бы яма с гремучими змеями, потому что нам никто про это никогда не рассказывал. Вот, у нас были инвестиции такие, как Сбербанк, один единственный фактически на территории всего СССР, куда мы относили деньги, и там 1-2% в год нам шли накопления, да, либо страховки детей и так далее, и так далее. 1000 рублей положили,
За 10 лет там получилось, набежало, скажем так, 1100. Да? Вот таким вот образом. Инвестиция – это вложение денег во что бы то ни было, что вам будет давать доход не сразу. Да? Вот в большинстве случаев инвестиции подразумевают какой-то промежуток времени достаточно продолжительный, в течение которого вы, в принципе, даже, может, забываете о том, что вложили какую бы то ни было сумму. Это могут быть ценные бумаги, это могут быть какие-то объекты недвижимости, да? Это может быть какой-то развивающийся бизнес. Если к вам обратились люди и сказали, что нам нужно немного денег, мы вот раскручиваем там сеть чего бы то ни было, неважно, сеть продажи калош, сеть продажи автомобилей, да, мы хотим открыть ИСТО и потом, скажем так, с получаемой прибыли будем с вами делиться. То есть мир инвестиций достаточно широк. Вот. Но сейчас мы с вами говорим, смотрите, о чем. Представьте себе, что вы сейчас находитесь на уровне там 75-77 годов, да, то есть вы живете в 70-х годах, и к вам в дверь постучался человек в очках, вот, он сказал, что меня зовут Стив Джобс, и я бы хотел вам рассказать о той возможности, которая у меня есть. Да? То есть я собираюсь выпускать персональные компьютеры, вот, о них почти никто ничего не знает, это деревянный ящик с кнопками, да? Первый Macintosh, я думаю, кто-то из вас видел на фотографиях. Вот. В дальнейшем мы будем выпускать программное обеспечение, еще у нас в планах там огромное количество устройств, которые мы будем выпускать через 10-15 лет, люди будут всем этим пользоваться, да? А вот ваши деньги превратятся из 100 долларов в 100 миллионов, а может быть в миллиард долларов, да? Потому что, скажем так, все это будет востребовано. Сегодня там цена акции такая-то, а дальше будет больше. Вот вы сейчас написали, Олег, вы молодец, что Стива Джобса вы поддержали бы, да, но Стива Джобса вы поддержали бы потому, что вы сейчас знаете об истории его успеха. То же самое можно говорить про Билла Гейтса, то же самое можно говорить про господина Делла, да, который основал компанию Dell Computers. То же самое можно говорить про целый ряд компьютерных компаний, которые выпустили какое-то программное обеспечение, сегодня пользующиеся спросом, да, и люди по чуть-чуть за это программное обеспечение платят деньги, в итоге получается солидный куш, и они получают прибыль. Вот. Но тогда об этом никто не знал, да, нашлось несколько людей, которые эти деньги вложили, сегодня эти люди миллиардеры. Вот. Речь сегодня идет примерно о таком же событии, да, то есть у Анатолия Эдуардовича Юницкого, человека, который является конструктором, ученым, изобретателем, да, есть технология, которая сегодня близка к тому моменту, что мы ее покажем и реализуем. Осталось совсем немного. Почему я об этом говорю? Потому что вот 2 года назад о ней было говорить гораздо сложнее. Потому что, скажем так, ну, было чем-то материальным подкрепить было невозможно. Потому что были, скажем так, материалы в интернете, были, скажем, печатные материалы, их огромное количество у нас там экспертиз, заключений, которые давали кучу, скажем так, государственных структур. Когда у Анатолия Эдуардовича Юницкого была первая попытка демонстрации данного вида транспорта в подмосковном городе Озеры. Поверьте мне, документов очень много. С синими печатями, серьезных структур Российской Федерации не только. Вот. Но на тот момент, в январе 2014 года, кроме этого, показать было нечего. Но нашлись те, кто разобрались с технологией, увидели в ней перспективу, да, использования. Нашлись идейные люди, назовем это так, и это хорошо, кстати, да, которые увидели, что данная технология принесет огромную пользу всему окружающему миру и нам в том числе. Мы сможем дешевле путешествовать и гораздо быстрее. Мы исправим ситуацию, скажем так, с экологией, да, то есть, потому что использование данной технологии позволит нам закрыть огромное количество вредных производств, да, и с другой стороны открыть большое количество высококвалифицированных рабочих мест. Там, где будут проложены данные дороги, мы сможем фактически достигать любого уголка страны, либо там континента, да. При этом, конечно, важно не нагадить в тех краях, куда мы сегодня добраться не можем, а куда мы дороги построить по технологии сможем. Так вот, речь идет о том, что данная технология уже, скажем так, в конце 2016 года речь идет о том, что мы покажем транспорт городской. Да, он может будет через год еще более крутым, да, еще более, скажем так, качественным, чем то, что мы сейчас продемонстрируем. Это тестовый участок сейчас у нас на территории экотехнопарка. Потом грузовой, потом высокоскоростной. И данная технология, она войдет в нашу с вами жизнь гораздо быстрее, чем то, что в нашу жизнь вводили Стив Джобс, Билл Гейтс, да, еще целый ряд предпринимателей в сфере развития инфотехнологий, информационных технологий, IT-технологий. Почему? Да потому что транспорт нас затрагивает всех практически, кто живет, скажем так, в более-менее крупных городах, средних городах, малых там, селах, да. Нам нужно передвигаться на работу, в магазин за продуктами, в больницу, в поликлинику, неважно куда. Детей в школу отправлять, да, транспорт нужен. Вот. И данная транспортная система, о которой мы сегодня говорим и которую мы сегодня выводим в свет, она решает огромное количество вопросов. Вот. И данная технология, она реализуема. И смотрите, я опять же возвращаюсь теперь с точки зрения бизнеса. Да, вы сегодня можете небольшими деньгами принять участие в развитии нашего проекта
через короткий промежуток времени, 2, 3, 5 лет, получить на выходе значительное увеличение своих денежных средств. То есть это инвестиция. Причем инвестиция настолько умная, что доход вам в будущем будет идти не с какого-то одного места, да, вот как вот вы бы, наверное, взяли бы, проинвестировали в какую-нибудь там пекарню, да, вот она одна, она выпускает хлеб, и, скажем так, с этого места вам потом будут идти какие-то ежегодные отчисления в виде дивидендов. А здесь получается, вы вкладываете деньги в технологию, которая уже на сегодня, скажем так, насчитывает более десятка проектов потенциальных, где она будет использоваться, а дальше это количество этих проектов будет только увеличиваться. Группа компаний Skyway этой технологии будет принимать участие во всех адресных проектах, где будут строиться дороги, каким-то долевым участием, да, то есть там где-то 10% мы договоримся, где-то может быть 20%. Появятся потом у компании свои деньги, потому что вы понимаете, все деньги, приходящие сюда, 15% там будет уходить на дивиденды тем людям, которые сегодня стали инвесторами в этом проекте. Вот. Соответственно, появятся свои деньги, возможно, скажем так, компания будет разрабатывать и свои дороги в целом ряде регионов, это будет 100% ее инвестиций, и прибыль с этих проектов будет идти только на тех, кто принял участие сегодня в инвестировании данной технологии. То есть сегодня у нас еще с вами есть возможность стать совладельцами технологии, совладельцами крупнейшей в ближайшее время транспортной компании, которая будет строить дороги по всему миру, потому что такие дороги востребованы везде. Вот. И на территории Евразии, и на территории Америк обоих, да, и в Африке, и в Австралии, кстати, ведется активная сейчас работа по демонстрации, скажем так, по презентации данной технологии в крупных городах Австралии. Этим занимается господин Род Хук, который приезжал в наше научно-производственное предприятие, в конструкторское бюро в Минск в сентябре. Да. То есть работа ведется. И сегодня у вас есть уникальный шанс, если вы еще им не воспользуетесь, стать совладельцем данной технологии. Пока еще будет не закрыта возможность привлечения инвестиций посредством краудинвестинга, вы можете в процессе еще докупить себе какие-то пакеты. А докупить каким образом? Давая информацию другим людям, которые вас окружают, родственники, друзья, знакомые, да, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, люди, которых вы еще можете узнать в обычной повседневной жизни, либо в мире интернета, да, вы даете информацию о том, что есть такая возможность. Стать совладельцами данной технологии, приобрести себе пакеты долей компании, да, группы компании Skyway, компании Skyway Capital, мы сейчас о ней говорим, вот. И через какой-то промежуток времени у человека на руках оказывается очень крупная сумма денег, при том случае, если он продаст этот пакет, потому что минимальный уровень доходности, дисконт так называемый, у нас сегодня на стандартном пакете 53 раза. Что это говорит? Что сегодня вложены $15, к концу 2017 года, а именно к этому времени мы планируем вывести уже технологию на мировой транспортный рынок, увеличится в 53 раза. То есть вы покупаете за $15, у вас на выходе будет 795. Да, $795 вас не сделают счастливыми, в принципе, да, но извините, 15 и 795, есть же разница, правда? Те, кто видит большую разницу, поставьте цифру 5 у нас в чате. Итак, друзья, это минимальные инвестиции. Как я вам говорил, если вы будете давать информацию окружающим вас людям, то компания вас будет за это вознаграждать определенным процентом, да, который будет вам начисляться на бонусный счет, и вы можете просто зарабатывать деньги. Еще акционный счет, пока он есть. Это счет, на который компания начисляет деньги, на которые вы можете приобрести акции компании. С акционного счета вы никуда деньги не можете больше там ни перевести, ни вывести, ни кому-то отдать, а только купить те пакеты акций, которые есть в разделе стандартных пакетов в личном кабинете. Но это очень здорово, потому что вы можете, скажем так, зарабатывать деньги живые и на деньги подаренные, да, купить еще, докупить себе какой-либо из пакетов акций, увеличить сумму своих инвестиций, увеличить количество акций, которое у вас будет, скажем так, в 2017 году, когда мы выйдем на мировой рынок транспорта и инвестиций, в несколько раз. Благодаря чему? Благодаря тому, что вы будете просто людям давать информацию. Вам не нужно быть конструкторами, инженерами, проводниками там вагонов железных дорог, да? Вам не нужно быть какими-то супер-пупер инвесторами, потому что вот здесь люди написали, что они никогда не инвестировали никуда, да? Вот, да, как я и говорил вначале, трудно инвестировать куда бы то ни было, когда ты вообще не знаешь, что такое инвестиции, тебе никто про них не рассказывает. Да, сейчас появилось большое количество литературы, да, появились, скажем так, большое количество каких-то вебинаров либо мероприятий для тех, кто хочет научиться инвестированию. Есть платное, есть бесплатное. Как правило, основная информация более-менее полезная дается на платных таких вещах. На бесплатных, ну, хотя бы основы даются. Да?
Вы можете прочитать кучу книг и так далее, и так далее. Но было бы здорово развиваться в рамках какой-то идеи, которая уже есть, у которой есть уже определенные правила, да? Уже большое количество людей, больше 100 тысяч человек воспользовалось данной возможностью и зарегистрировалось на нашем сайте. Да, кто-то стал из них партнерами нашей компании, приобретая пакеты, у кого-то один пакет, у кого-то их 10. Да? Вот. И есть люди, которые просто приобрели пакеты и стали инвесторами технологий, ждут, когда группа компаний SkyWay выйдет на международный транспортный рынок и рынок инвестиций. А есть те, кто помогает, скажем так, нашей компании привлекать инвестиции, создают свою партнерскую структуру. Вот. И именно о партнерской программе, о создании партнерской структуры, мы сегодня не говорим о методах создания партнерской структуры. Может быть, немножко поговорим в конце об отношении, да, того, как это надо делать. Вот. Методы, как правило, рассказываются по вторникам и пятницам в 19 часов Григорием Мирошниченко. Методы рассказываются в понедельник в 19 часов. Для тех людей, которые хотят строить большие партнерские структуры, то Инетта Анжина рассказывает и Ирина Волкова о том, как это надо делать. Да? Вот. Поэтому давайте перейдем непосредственно к маркетинг-плану. Одно хочу сказать, что он достаточно прост. Вот. Он прост, потому что вам начисляют проценты с определенного уровня. Здесь нет каких-то сложностей, скажем так, вычисления этих процентов, сколько вам будет начислено. Есть у вас инвестиции в первом поколении, то есть это люди, которые по вашей рекомендации зарегистрировались, вам, значит, начисляется 15%. Да? Во втором есть, в зависимости от вашей квалификации, начисляется то, что вам положено начислить. А сегодня вот наша партнерская программа действительно это отличная возможность быстрого роста ваших доходов. Вот. Как я вам сказал, вам не придется ворочать мешки, переносить какие-то тяжести, вам просто придется давать людям информацию. Важный момент сразу про отношения говорим. Давайте ее честно, с открытой душой, ничего не придумывая сами, да, и не выхолащивая информацию, не выбрасывая те важные моменты, где у нас есть какие-то обязательства. Да, потому что, в принципе, никогда не бывает так, что у вас только одни права, вот, никаких нет обязанностей. Есть условия определенные роста вашей квалификации, увеличения дохода, и о них тоже надо людям рассказывать. Итак, друзья, у нас в партнерской программе 6 уровней квалификации. Это партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. 6 ступеней карьеры. Есть люди, которые называются клиенты. Кто это такие? Это человек, который зашел по чьей-либо реферальной ссылке в личный кабинет партнера, зарегистрировался, да? И клиент даже может сделать что? Разобрав всю информацию, купить себе какой бы то ни было пакет акций. За 15 ли долларов, за 60, за 550 ли, да, может быть, там за 3000 долларов, за 5000 долларов, неважно. Все равно он останется на уровне клиента, у него будет тот пакет акций, который он выберет, и этот человек может сделать следующее, ждать там 17 года, либо через какое-то время докупить себе за свои деньги еще какой-нибудь пакет, то есть увеличить портфель инвестиций и все равно быть в режиме ожидания, да. То есть не то, чтобы стоять на запасном пути, это будет, наверное, не совсем корректно, потому что человек помогает нам развивать инвестиции, точнее развивать нашу технологию, да, инвестирует в наш проект. Но тем не менее, он как бы так, возможность получения дохода сегодня, возврата суммы, какой-то суммы своих инвестиций, либо, скажем так, приумножение даже того, что ты вложил в разы, он это оставляет в стороне. По разным причинам, да. Есть огромное количество людей, которые, скажем так, обладают таким пониманием и качеством, как ложная скромность, да, вот они почему-то боятся предложить другим что-то хорошее. И таких людей много. Ну, к сожалению, наверное, наше общественное мнение воспитало их такими. Потому что, по большому счету, с детского сада, со школы, да в том же институте нас как-то пытаются держать в каких-то рамках, да, если мы из-за эти рамки вылазим куда-то и стремимся к большему, то на нас немножко косо смотрят по разным причинам. Кто-то из зависти, кто-то, скажем так, считает, что мы выпендриваемся, да. Вот. Тем не менее, таких людей много, они хорошие люди, они живут в своем каком-то мире. Вот. Если они стали инвесторами, купили себе акции и не планируют развивать сеть, все равно они хорошие инвесторы, все равно они помощники нам в нашем деле реализации технологий. Но есть те, которые увидели возможность получения дохода. Вот те люди, которые сегодня присутствуют на вебинаре, я бы хотел задать вопрос. Есть ли среди вас те, кто считает, что зарабатывание денег – это плохо? Если такие есть, поставьте цифру 1. Вот. Не стесняйтесь, то есть мы здесь как бы никого не бьем, не наказываем. То есть если есть с таким мнением люди, ну почему бы нет? Это нормальная, скажем так, ситуация, да? Потому что вы слышали выражение, сколько людей, столько мнений нужно. Но люди, которые пришли к нам и увидели возможность получения денег, вот видите, Михаил написал, что зарабатывать деньги плохо, да? Моя ситуация, скажем так, мое понимание этой жизни, оно немножко отличается от того, что написал Михаил, поставил единичку. Почему? Потому что, смотрите, мы с вами живем как бы еще и в материальном мире. Да? Я предполагаю, что у Михаила, скажем так, мир может быть более духовный. Да? Вот. Правда, я хочу еще раз задать вопрос. Михаил, напишите, пожалуйста, вы сейчас бизнесмен, вы пенсионер, либо вы работаете на кого-то. Да?
Вот, напишите, пожалуйста. Вот, доход, ну, я говорю о доходе. Но смотрите, есть люди, которые приходят и не готовы уделять большое количество времени данной возможности, да, тем более вы безработные и написали, что зарабатывать деньги это плохо, поставить цифру 1. Вот. Меня это удивляет, например, да. Вот. Вы знаете, своим умом или своими руками деньги надо зарабатывать, это тоже хорошо, да, но те люди, которые имеют сегодня миллионы долларов, у них острый ум, они зарабатывают эти деньги не своими руками, да. Многие из них реально, скажем так, создавали большое количество рабочих мест, внедряли какие-то идеи. Они хорошо управляют теми, кто, скажем так, работает руками. Вот. И как бы так, я к ним отношусь тоже с уважением, потому что люди умеют организовать процесс. Да? То же самое это касается Анатолия Эдуардовича Юницкого. Он работает головой, у него есть конструкторы. А в итоге, скажем так, руками работают люди, которые строят. С образованием строителей и так далее. Да? Вот. Поэтому каждый выполняет тот участок работ, которым он считает нужным, вот, но зарабатывать деньги, я считаю, что это нормально. Получать доход – это нормально, потому что вы – люди, которые живут в этом материальном мире. Для того, чтобы даже питаться, что-то одевать на себя, да, развиваться даже духовно, к сожалению или к счастью, нужны денежные средства. Вы можете на эти деньги купить книги, вы можете на эти деньги пойти на какие-то обучающие семинары, вебинары и так далее, получить знания, чтобы их использовать во благо себя и во благо окружающего мира, да? Вот. Поэтому без денег сегодня, ну, к сожалению, это было изобретено там несколько тысяч лет назад, это средство обмена. Ценности на ценность, да? Так вот, ваша ценность в этом мире может значительно вырасти, если вы начнете давать людям информацию о той возможности, которую несет в себе проект компании Skyway Capital. Вот. И именно за эту ценность вы будете здесь получать деньги. Вот таким вот образом. Итак, друзья, люди, которые увидели здесь возможность дохода, кто-то увидел возможность большого дохода, кто-то увидел возможность, скажем так, ежемесячно получать что-то дополнительное к тому, что у него есть. Возможно, даже у людей есть очень сильная и горячо любимая работа, на которой им даже хорошо платят. Да? Они получают удовольствие от того, что они делают каждый день. Если они готовы в режиме 7-10 часов в неделю уделить внимание нашему проекту, да, дополнительно заработать денег, это отлично. Но даже в таком формате, 7-10 часов в неделю, они могут заработать гораздо больше даже порой, чем там, где они работают сегодня. Вот у нас есть партнерская программа, которая вам начисляет денежные средства, опять же, как я говорю, до момента реализации товара либо услуги. Вот еще одно отличие компании Skyway Capital, да, проекта компании Skyway от партнерских программ, которые существуют в обычном мире, то, что есть огромное количество компаний, у которых есть там перечень товаров и услуг. Да? Они пришли на рынок, они говорят, ребята, у нас есть вот это. Вы можете стать, зарегистрироваться у нас как потребитель. Если вы начнете развивать сеть людей, которые будут потреблять то же самое, что у нас есть, вы заработаете много денег. То есть у них это уже есть, они вам предлагают работать с готовым товаром. Да? Вот. И буквально считанные единицы из этих компаний предлагают тем людям, которые построят громадные сети, многомиллионный товарооборот долларовый создадут, им предоставится возможность либо выкупить, либо в подарок им подарят какое-то количество акций этой компании. У нас здесь уже, инвестируя в наш проект, вы сразу покупаете доли себе компании, да, которые на выходе вам принесут огромное количество денежных средств. И плюс ко всему еще есть партнерская программа. Если помогаете привлекать инвестиции, вы еще сейчас зарабатываете деньги от сети. Причем деньги разные. Кто-то $100 в месяц, кто-то 500, кто-то 1000, кто-то более. Все зависит от того, что вы делаете, как активно вы это делаете, и как активно вы помогаете тем людям, которых пригласили за собой и пообещали им, что они здесь заработают деньги. Да? От этого много зависит. Итак, друзья, люди, которые увидели возможность зарабатывания денег, они должны сделать следующий ход. Зайти в раздел реферальных ссылок. Да, то есть это партнер, инструменты партнера. Там есть второе, реферальные ссылки. Выбираем реферальные ссылки, у нас в экране появляется баннер на экране, на котором написано, что данный раздел вам может быть доступен после подписания договора. Вы нажимаете «Подписать договор», у вас высвечивается тело договора, там несколько страниц, которые вы можете прочитать, ну и лучше всего их прочитать, прежде чем подписать. Да? И в конце последней страницы кнопка «Подписать». Вот если вы нажимаете эту кнопку «Подписать», у вас становится доступный раздел реферальных ссылок, которые вы можете копировать, давать своим родным, близким, друзьям, знакомым, коллегам по работе, партнерам по бизнесу посредством интернета, либо в скайпе, либо в других мессенджерах, либо там на электронную почту сбрасывать. Либо в соцсетях, либо поставить в статус своих соцсетей, да, и в скайпе и так далее. То есть люди, переходя по этим реферальным ссылкам, регистрируются на сайте, это ваши реферальные партнеры. Поначалу потенциальные, потом уже реальные. Так вот,
Реферальные ссылки доступны будут только кому? Тому, кто подписал партнерское соглашение либо договор, и фактически подписание этого договора вас переводит в статус партнера. Вот партнер – это первая квалификация, которая от вас не требует ничего, даже не требует покупки пакетов акций, да, поначалу. Вот. Достаточно подписать это соглашение, и вам доступны 4 уровня вознаграждения. Точнее, процент из 4 уровней вашей структуры. Вы давали кому-то реферальные ссылки, люди по ним зарегистрировались, выбрали какие-то пакеты акций разные, неважно какие там, либо за $15, либо за 150 тысяч, да. Какой бы пакет за вами не купили, 15% вам будет начислено. Если те люди, которых пригласили вы, в свою очередь, будут давать реферальные ссылки окружению своему, соответственно, будет у вас второе поколение, третье поколение, четвертое, это может пойти глубже, но на уровне партнера доступны только 4 уровня глубины. Проценты 15, 4% со второго уровня, 2 с третьего и 1% с четвертого. Много людей выбирают, скажем так, вот эту квалификацию. Иногда кому-то что-то рекомендуют, у них иногда происходят какие-то, скажем так, движения товарооборота, люди приобретают пакеты, а им начисляются деньги на бонусный и на акционный счет. То, что я говорил. То есть купил у вас человек в первом поколении на $100 акции нашей компании, вам 15% начисляется на бонусный счет и 15% на акционный. Только на акционные идут, скажем так, те средства, которые вы никуда не можете деть, только купить акции. По сути, это подарок компании, который вас вознаграждает за то, что вы строите партнерскую сеть, тем самым привлекая инвестиции в наш проект. И вот эти подарочные акции на акционном счете, подарочные деньги, вы можете их подкопить и в итоге взять и оформить больший пакет. Да? Вы можете каждый раз, когда у вас $15 будет накапливаться, покупать 15-долларовый пакет и по 795 штук в этом пакете. Но если вы активно строите сеть, было бы логично, скажем так, подкопить на акционном счете гораздо большую сумму, потому что там уровень доходности на больших пакетах выше, да, соответственно, количество акций на выходе тоже больше. Итак, друзья, квалификация партнер не предъявляет к вам никаких требований. Если вы подписали договор, то у вас есть вознаграждение 4 уровней глубины, те проценты, которые вы видите сейчас на слайде. Следующая квалификация называется консультант. В принципе, ее выполнить тоже легко, потому что достаточно самому купить акции на сумму до $100, и выше, да, то есть от 100 точнее и выше, если вы лично купили на $100 и больше, и в вашем первом поколении, который по вашей личной рекомендации, есть не меньше 2 человек, которые повторили вас, купили тоже на $100 и более. Третье условие автоматом выполняется в этом случае, потому что третье условие здесь такое, что товарооборот вашего первого поколения должен быть не менее $300 США. Когда все три условия выполняются, вам присваивается квалификация консультант. Вот. А консультант у нас получает немножко другие проценты. Первое поколение также остается 15, второе уже 5, а не 4, третье уже 3, а не 2, четвертое 2, а не 1, из пятого поколения глубины вам выплачивается 1%, то есть добавляется уровень глубины. Вот. Следующая квалификация называется у нас лидер. Лидер – это тот человек, который сам лично купил акции компании Skyway Capital на $200, и в его первом поколении есть не меньше 3 человек, которые сделали то же самое. Да? То есть суммарный товарооборот вас и первого поколения должен достигать не менее $2000 США. Когда это условие выполняется, все три, вы становитесь лидером. Лидер – это, как правило, человек, который за собой уже ведет какое-то количество людей. Я думаю, вы понимаете, да? То есть человек, который, в принципе, имеет определенные обязательства перед теми, кого он пригласил. То есть помочь им развиться в этом проекте, добиться успеха, заработать денег, да, либо в конце концов просто даже приобрести пакеты акций и в итоге в будущем получить серьезный доход. Поймите правильно, у вас в руках сейчас есть инструмент, который может менять жизнь людей уже сразу, либо в недалеком будущем, там, 2-3 года, и эти люди будут совершенно по-другому себя чувствовать с финансовой точки зрения, если они приобретут какие-либо пакеты акций нашей компании. Поверьте мне, это очень важно. Я думаю, все вы сталкиваетесь с тем, что в разных регионах не только России и СНГ, но всего мира, да, все актуальнее всплывает вопрос получения дохода и заработка людьми. Автоматизация, да, любого производства выбрасывают на улицу сотни и тысячи людей. Вот. Один робот минус 100 людей на производстве. Да, эти люди, скажем так, но потом начинают искать, как себя применить и где себя применить. Вот у нас есть такая возможность. Итак, лидер $200 сам, минимум 3 человека в первом поколении, повторивших его, и $2000 суммарно ваши инвестиции первого поколения. У вас 15% остается на первом уровне, но уже смотрите, второе не 5, а 7. Третье 5%, четвертое поколение 3%, пятое поколение у вас вместо 1-2 процента, добавляется еще 1% шестого поколения глубины вашей структуры, шестого уровня. Да?
То есть это хорошие проценты, поверьте мне. Квалификация мастер, четвертая ступенька карьеры. Да? Здесь условия не то чтобы очень жесткие, но тем не менее. Вы должны сами проинвестировать наш проект на сумму не менее $1000. В вашей структуре должно быть не меньше трех людей, которые выполнили вот эту квалификацию, называемую лидер. Да? То есть три человека лидера в первом поколении. Когда это происходит, и когда суммарный товарооборот достигает 5000 и выше, вы становитесь мастером. Ну, мастер, само слово, уже говорит за себя. Да? Мастер – человек, который умеет очень много. Ну, по крайней мере, на той стезе, которую он выбрал, там, где он трудится. По-прежнему 15% вам в этом случае выплачивают с первого поколения, 7% со второго, 5% с третьего, 4% идет с четвертого, 3% с пятого, да? 1% с шестого. И у вас добавляется 3 уровня глубины, 7 по 9 уровень, откуда вам начисляется по полпроцента. Пятая квалификация, месяц назад еще бывшая, скажем так, вершины, да, маркетинг-плана компании Skyway Capital, называется эксперт. Здесь также есть свои три условия. Сумма вашей личной инвестиции от 5000 и более в наш проект, да, вы купили пакетов либо сразу, либо суммарно накопили за какой-то промежуток времени, покупая пакеты акций нашей компании, от $5000 США. Акцент делают, кстати, эти деньги, живые так называемые деньги, либо с основного счета, либо с бонусного. Акционные пакеты не входят в суммы, которые я сейчас озвучиваю. Вот. Потому что и распределение, скажем так, денежных средств, те проценты, которые вы здесь видите, это идет начисление денег, которые находятся в вашем личном кабинете на основном счете, либо на бонусном. Так называемые живые деньги. Акционный счет не участвует, это подарки. Проценты на подарки, это было бы слишком сладко, ребят. Да? То есть от этого можно было, скажем так, слипнуться все вокруг. Итак, эксперт. Это тот человек, который сам лично купил на $5000 США. В его структуре есть не меньше трех мастеров. Два из них обязательно должны быть в первом поколении, а один может быть в любой глубине. Важно, чтобы этот следующий, третий человек не входил в структуры первых двух. Да? То есть это отдельная ветка. Во втором ли он уровне, в пятом или в десятом, неважно. Важно, что он не входит в первые два, но он уже мастер. Когда это происходит, вы становитесь экспертом, и у вас увеличивается на 1% вознаграждение с первого уровня, 16 становится. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровень, седьмой и девятый не меняются, то есть те же проценты, что и у мастера, 7, 5, 4, 3, 1 и по полпроцента. И добавляется еще 11 уровней глубины, с которых вы получаете по 0,2% с 10 по 20 уровень. Это для эксперта. И вершина маркетинг-плана компании Skyway Capital, высшая квалификация на сегодняшний день, топ-эксперт. Сумма личных инвестиций $10000 США, суммарно не меньше 30 тысяч. И в вашем первом поколении, здесь опять же возвращается это обязательное условие, не меньше трех экспертов. Не меньше трех, которые выполнили предыдущие условия. Помните, да? Там, где 5 тысяч сам, 10 тысяч суммарно, и не меньше трех мастеров. Так вот, когда вы становитесь топ-экспертом, у вас уже с первого поколения идет отчисление в виде 17%. Второе по шестое то же самое 7, 5, 4, 3, 1. С 7, 9 по 0,5. С 10 по 20 по 0,2. И с 21 по 24 уровень у вас добавляется еще 4 уровня глубины 0,1%. По сути, на пальцах маркетинг-план, да, вот по-простому можно выразить в одной вот этой таблице, где вы видите квалификацию от партнера до топ-эксперта, да. Личный объем от $100 на консультанте до $10000 на топ-эксперте. Суммарный объем инвестиций всей вашей структуры и вашего первого поколения от $300 на консультанте и до $30000 на топ-эксперте. И проценты и уровни глубины, которые вы получаете в разных квалификациях. 4 уровня глубины просто на партнере, и таких людей очень много. Консультант, да, 5 уровней глубины и те проценты, которые вы здесь видите. Таких людей немного меньше. Вот. Есть люди-лидеры, которых еще меньше, чем консультантов, но они есть, их тоже много. Да? Далее идут мастера, эксперты и топ-эксперты. И здесь прописано разным цветом выделены те проценты, тот уровень глубины, до которого вы достаете, когда вы находитесь в определенной квалификации. Казалось бы, на этом можно было остановиться, да? Но компания Skyway Capital, руководство компании, скажем так, лидеры структуры, разработали еще дополнительное бонусное вознаграждение для тех, кто активно развивает этот бизнес. И для тех людей, у которых увеличивается количество проплат в первом поколении. Как раз таки для увеличения и привлечения большего количества инвестиций в вашем первом поколении разработан данный бонус. Кстати, первое поколение нам приносит максимальное вознаграждение, вы все заметили это, да? Бонус следующий, то есть он берется с первого числа
каждого календарного месяца по последнее число. То есть вот у нас есть временной отрезок. Если в течение календарного месяца в вашем первом поколении будет куплено 4 пакета, да, то за каждый этот пакет вы получите 15% от купленного пакета. 16, если вы эксперт, и 17, если вы топ-эксперт. Но если в течение месяца у вас покупается 5-й пакет в первом поколении, кем бы то ни было, вот, новым человеком, либо тем, кто был зарегистрирован, то за 5-й пакет он начисляется либо 16, либо 17, либо 18%, да, в зависимости от квалификации. А за предыдущие 4 пакета дополнительно вам еще начисляется 1% отдельной транзакции. Далее у нас идут, месяц продолжается, если, допустим, у вас покупается в первом поколении 6, 7, 8, 9 пакет, то за эти пакеты вы получаете от 16 до 18% в зависимости от квалификации. Но как только покупается 10 пакет, то до квалификации мастер включительно вы получаете за 10 пакет 17% и за предыдущие 9 еще 1%. То есть фактически ситуация соответствует тому, что как бы за все 10 купленных пакетов вы получите по 17%. Если вы эксперт 18, если вы топ-эксперт 19. Далее, 11, 12, 13, 17, 18, 19 пакет покупается, да? 20. Как только покупается 20 пакет, в квалификации до мастера включительно за 20 пакет начисляется 18%, за предыдущие 19 пакетов еще 1% дополнительно. То есть получается ситуация, что все 20%, 20 пакетов куплены с процентным соотношением, вам выплачено 18% от суммы этих пакетов. Если вы топ-эксперт 20, если эксперт, то 19. Каждый последующий купленный пакет вам будет начисляться от 18 до 20% в зависимости от вашей квалификации. У этой программы, у этого бонуса есть условия. Первое. Все пакеты считаются, которые у вас куплены, да, в течение одного календарного месяца. Второе. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. То есть, как я говорил, он может купить там 3 числа, 5, 20, 25, да, то есть он купил один пакет, второй, третий, четвертый. Все купленные пакеты идут в зачет данного бонуса. Учитываются при выплате данного бонуса пакеты, покупаемые вашими партнерами в рассрочку. То есть, если у вас уже есть минимум 5 человек, которые покупают рассрочку, да, каждый месяц, то вы получаете за все эти пакеты в итоге 16%. Если у вас есть минимум 10, то вы получаете 17%. Если у вас есть 20 и более, соответственно, вы железно за все купленные пакеты в первом поколении получите по 18%. Это бонус к первому поколению дополнительного бонуса. Да? А представьте, если у вас еще у партнеров, которые в первом поколении, есть свои такие же вещи, соответственно, вы будете получать приличный процент еще из глубины. Но по этому бонусу это все начисляется с первого поколения. Вознаграждение здесь также начисляется как на бонусный счет, так и на акционный. И очень важно то, что пакеты, которые входят в зачет по этому бонусу, могут быть куплены теми людьми, которые только сейчас пришли в ваш проект, да, вот сегодня, например, зарегистрировались. Либо те, которые купили или не купили пакеты, зарегистрировались год назад, да, либо те, которые, скажем так, по ходу развития вашего бизнеса периодически что-то покупают. То есть неважно, новый это партнер или тот, кто давно зарегистрирован, все это идет в зачет. На данном слайде вы видите пример. Мы взяли условия простые, то есть все пакеты покупаются по цене $50 США, да, в вашем первом поколении, и пример этот рассмотрен для людей, которые находятся в квалификации до мастера включительно. Потому что для эксперта там процент просто изменится чуть-чуть, цифры будут другие. Для топ-эксперта еще увеличится цифра. Так вот, если у вас в первом поколении купили 5 пакетов стоимостью $50, да, то вам компания начислит за это $40. Если у вас будет куплено 10 пакетов, то к тем 40, которые, скажем так, за 5 заплатили, еще добавится 45. В итоге вы получите $95 от товарооборота $500 в первом поколении. Если дальше ваша структура Акина развивается в первом месяце, и в этом текущем месяце у вас получилось, что купит 20 пакетов, то предыдущим $85 будет начислено еще 95. В итоге это получится 180. Но так как у нас рисунок еще есть там два шарика, видите, 21, будем считать, что 22, то за каждый последующий пакет там начисляется еще 18%, то есть еще $18. Соответственно, с товарооборота $1100 в месяц, в первом поколении, если вас купили на $1100, да, 22 человека, вы заработаете $198. Хорошее вознаграждение, поверьте мне. То есть хороший процент и далеко... Наверное, в большинстве компаний, у которых есть партнерские программы, такие проценты не платятся с первого поколения. Вот такие вот условия, вот такой пример. Как и в любом другом деле, да, как и в любой другой компании, у нас существует, скажем так, обязательное положение, условия, которые необходимо выполнять, правила, да, их можно так назвать. Так вот, правила какие? Вы, наверное, заметили, то, что маркетинг-план
В нашей компании он накопительный с самого начала вашей деятельности. Это очень большой плюс. Все, что делаете вы, все, что делают ваши партнеры, оно никогда не обнуляется, никуда не исчезает от месяца к месяцу, да, как в большинстве, опять же, MLM-программ, потому что там каждый месяц люди начинают фактически с нуля. Вот. Второе. Квалификационным считается жестко первый уровень. Это можно отнести к плюсам, можно к минусам. Как на это посмотреть? Да, то есть фактически люди, которые будут влиять на вашу квалификацию, это люди, которых вы пригласили в этот проект. То есть если у вас в первом поколении просто находятся клиенты, купившие на $15 и все, их может быть там и 1000 человек, а люди, которые строят бизнес и покупают большие пакеты, находятся во втором, в третьем, пятом поколении, вы в квалификации расти не будете. Поэтому приглашайте за собой и клиентов, да, и выявляйте из тех людей, которые говорят, да, мы готовы строить бизнес, лидеров, помогайте им развиваться, будут развиваться они, будут расти они в квалификации, покупать пакеты акций, соответственно, будете расти и вы в квалификации. Вывод средств. На бонусном счете должно быть не менее $30, чтобы вы могли выводить денежные средства. Вот. Условия роста квалификации, вы, наверное, заметили, да, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций тех партнеров, которые у вас есть в первом поколении. Очень важный момент, то, что в нашем маркетинг-плане отсутствуют так называемые обгоны и потери структуры. То есть в большинстве программ сетевого бизнеса, если вы, скажем так, развиваете бизнес, и кто-то в вашей структуре вас догнал по квалификации, то часто происходит следующая картина. Структура эта от вас забирается. Есть не так много, но есть компании, где она забирается навсегда, если вас догнали. Есть компании, которые говорят, что ты должен выполнить там в течение короткого промежутка времени, вырасти над этой структурой, подняться на следующую ступень квалификации. Если ты этого не делаешь, это забирается. А есть компании, где просто под вами есть люди, обогнавшие вас квалификации, и вы просто не получаете оттуда денег. Да? И все. Вот у нас такого нет. Вы просто получаете проценты с той глубины, которая вам положена в соответствии с вашей квалификацией. Вот и все. Идет товарооборот там в седьмом поколении, вы до него достаете, у вас квалификация позволяющая, значит, вы будете получать седьмого поколения определенный процент. Даже если люди, которые находятся там в промежутке между седьмым поколением и вами, выше у вас квалификация. То есть, вот это очень важное условие, которое есть в нашем маркетинг-плане. Ну и в принципе преимущество, да, то есть проинвестировав даже на $15 в наш проект, вы можете зарабатывать и $100, и 200, и 300, и 1000, да, и более. Вот. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию, это очень важно. Я думаю, многие из вас знают, да, что в обычной жизни, повседневной, есть у людей целого ряда специальностей понятие категории. Ну, будь то педагоги, будь то медики. Чем выше категория, да, там провизор, например, тем больше вы получаете, тем больше он начисляет. Но эту категорию периодически надо подтверждать. Ездить на курсы, да, подтверждать свои знания, не подтверждение которых сулит уменьшение категории, уменьшение дохода. В рабочих специальностях разряды то же самое. У военных есть классность, да? Чем выше классность, там есть троечка, двоечка, единичка, тем больше начисление идет к вашему денежному вознаграждению. То есть в обычной жизни нам приходится квалификацию подтверждать. В огромном количестве партнерских программ это происходит тоже. То есть там где-то требует ежемесячное подтверждение вашей квалификации товарооборотом своим, либо товарооборотом структуры, либо и своими структурой. Где-то раз в полгода, где-то раз в год. Невыполнение этого сулит вам потерю квалификации и уменьшение процентных выплат. У нас такого нет. Далее, у нас достаточно высокий процент выплат, до 20%, да, с первого поколения и от 0,1 до 7%, вплоть до 24 уровня. Это тоже очень хорошее вознаграждение. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете позвать за собой в наш проект. Да. Важно, чтобы вы к этому относились правильно. Что значит правильно? То есть логика во всем. Да? Если у вас есть там 4-5 активных людей, активных, которые готовы это развивать там, по несколько часов в день, соответственно, вам нужно помочь, научить этих людей, что нужно делать, да, и помочь им развиться, ну, там, до определенного уровня квалификации, пусть хотя бы до второй, до третьей. Так вот, есть смысл взять 4-5 людей, если они активны, и помочь им развиться, и только после этого найти еще пару-тройку активных, которым снова помогаете развиться, потом еще и еще. Клиентов вы можете регистрировать в первом поколении, это нормально. Важный момент, если люди, которым вы даете информацию, идут за вами, да, и говорят, что да, я понял, я не хочу строить бизнес, я хочу купить акции. Пожалуйста, не дарите их, не пытайтесь, скажем так, поднять квалификационный уровень тех людей, которые ничего не делают. Регистрируйте за собой в первом поколении и получайте максимальный процент. Потому что деньги – это средство на реализацию тех целей, тех мечт, да, тех чаяний, которые есть у вас. Еще одну вещь добавлю. Смотрите, цель реализации технологии SkyWay в первую очередь – это цель Анатолия Дорочинецкого. Вот. Это его детище, он на это, скажем так, положил большую часть своей жизни. Да? Вот. У вас могут быть цели немножко другие.
Вы хотите чего-то другого, да? И данная возможность, которую предоставляет компания Skyway Capital, это хороший инструмент, благодаря которому вы можете достичь чего-то своего. При этом оставаясь человеком, при этом помогая другим, да, и при этом зарабатывая серьезные деньги. Поэтому я вас как бы где-то даже призываю, да, у вас есть семьи, у вас есть дети, внуки, там, я не знаю, любимые люди и так далее, и так далее. Не уходите в этот бизнес с ушами, как говорится, там, по самой темечке. Вот. Позволяйте себе иногда расслабляться, позволяйте себе, скажем так, общаться с людьми, которые вас любят. Да? Даже с теми, которые вас порой поначалу не понимают, потому что если вы, скажем так, если вас не понимают в семье, и вы как бы так обидитесь, да, наморщите лоб, надуете щеки и будете этому посвящать 24 часа в сутки, такая ситуация может привести к полному разрыву. Да? Вас люди не понимают, и вы на это тратите время, они считают, что вы занимаетесь фигней, вы на это тратите время, не общаетесь с ними, обижаетесь и так далее. Вот. Общайтесь с родными и близкими, тратьте на это там, как я вам говорил, 7-10 часов в неделю. Этого достаточно поначалу, чтобы стать успешным. Вот. Никому не доказывайте ничего, да, не тяните за уши, не пытайтесь привлечь всех, кто вас окружает, к этой проблеме, точнее, к решению нашего вопроса, к построению бизнеса и так далее. Почему? Ну, имеют ли люди право на свою точку зрения? Имеют, да. Всегда в жизни так устроено бывает, что кто-то в это верит, кто-то нет. Кто-то следует за вами, кто-то не следует за вами, да. Кто-то за вами не следует по причине того, что он ленив. Кто-то не следует по причине того, что он не хочет ничего делать, и он завистлив, например, да. И для него будет огромным провалом, если вы добьетесь успеха в итоге, да. Вот. Такие люди, к сожалению, есть. Но задача проста. Давайте информацию тем, кто ее готов слушать, не уговаривая никого, следуйте дальше. Потому что на вашем пути будут те, которые за вами пойдут. Да? Те, которым это будет интересно. Те, которые захотят разобраться. Кто-то разберется сразу, кто-то разберется через месяц, кто-то разберется через полгода. Для кого-то свидетельством будет то, что мы сейчас что-то строим, да? Начинаем. Для кого-то свидетельством будет, когда поедет первый юнибус, который мы продемонстрируем. Для кого-то свидетельством станет фотография, что Дмитрий Медведев приедет в конце 2016 года на полигон, скажет, да, классно, что вы это сделали. Поэтому у людей свои причины принятия участия в нашем проекте. Вот. У кого-то ситуация в жизни складывается так, что у него денег сейчас достаточно, он не хочет прилагать усилий ни для чего. Но через месяц ситуация может измениться. Не дай бог, но люди могут потерять работу, люди могут, скажем так, у них появится какая-то важная причина для получения дополнительного дохода. А у вас есть инструмент. И вы можете сказать, слушай, у тебя вот есть проблема вот там и там, ты только что мне сказал, я знаю, как ее решить, как? Давай с тобой встретимся там-то, да, и ваш наставник расскажет об этом. Либо давай, приходи домой, я тебе сброшу ссылочку одну, ты ознакомься с информацией, и вы можете дать ссылку на вебинар. Человек придет, послушает, может быть, задаст вам вопросы, да, не факт, что после вебинара он скажет, что ребята, я там готов, все там и так далее, и так далее. Нет, он может сказать, что о, я в это не верю. И вот тут, скажем, с помощью своего наставника, с помощью отдела информационной поддержки, с помощью чего бы то ни было, у нас есть куча роликов и так далее, вы сможете ответить на вопросы, если он их задаст. Если он надует щеки и скажет, все это фуфло, я в это не верю, не надо его переубеждать. Через какое-то время он может там сам задать вопрос, либо пройдет 2-3 месяца, вы просто встретитесь, спросишь, как ты живешь, что у тебя нового? Что не поменялось за это время? Он скажет, да нет, ничего не поменялось, только хуже стало. А вы можете сказать, ты знаешь, а у меня много перемен. Я разобрался, я деньги зарабатываю, у меня появились люди, знакомые, друзья в целом ряде регионов. Вот, мне очень нравится. И это может человека заинтересовать, да, что оказывается у вас жизнь меняется, а у него нет. Поэтому никого уговаривать не надо, никого не надо, скажем так, тащить за рога, притягивать там на веревке и так далее, и так далее. Делитесь тем, что у вас есть, как я говорил, честно, открыто, ничего не придумывая. Доносите информацию просто, используйте инструменты, которые у нас есть, и помогайте людям в дальнейшем делать то же самое, что делаете вы. Тогда у вас будут расти сети. Тогда у вас будет это все получаться. Далее, у нас нет ограничений по количеству партнеров, мы сейчас все это озвучили, да, и важное все-таки преимущество, что бонусное вознаграждение до сих пор пока начисляется на бонусный счет и на акцион. Возможно, это условие поменяется. Как только оно поменяется, я думаю, заранее об этом компания повестит. Что может поменяться? Может поменяться, скажем так, сумма, приходящая на акционный счет. Ее могут сделать, например, в половину от того, что начисляется на бонусный. На бонусный вам всегда будут начисляться те проценты, которые есть в маркетинге. На акционный... Это уже на усмотрение руководства. То есть пока мы подарки дарим тем, кто, скажем так, следует за нами, да, в дальнейшем руководство может принять решение. Хорошо, мы будем дарить, но мы этим людям говорили 2 года, они на нас, скажем так, смотрели, держали вот так вот пальцы, да, иногда там крутили у виска. Почему мы им должны теперь давать на те же условия, что, скажем так, что и тем, кто начал в 2014 году, давать вознаграждение? Мы его немножко уменьшим. Ну и это логично, да, те, кто считает, что логично, поставьте сейчас ключики в чате.
Вот. Ну и по большому счету то, что я вам хотел сказать, я сегодня сказал. Одно могу, скажем так, добавить еще. Вот у нас сегодня такое приподнятое настроение, потому что ну, достаточно большое количество сотрудников нашего московского офиса завтра тоже окажется в Минске, да? Завтра тоже окажется на территории экотехнопарка. То есть то, о чем мы рассказываем на вебинарах, да, то, о чем мы делимся с нашими потенциальными либо уже состоявшимися клиентами по телефону, мы завтра увидим уже вживую. Вот. Мы увидим, опять же, генерального конструктора, руководителя нашей компании, то есть это наш начальник, да, непосредственный. Вот. Он завтра расскажет, опять же, о том, что проделано, покажет все это дело, да, мы увидим это своими глазами, расскажет о планах компании на ближайшее время. Это будет происходить завтра и послезавтра. Вот. Возможно, кто-то есть сейчас в вебинарной комнате, кто будет там же завтра, где и мы. Поэтому мы завтра с вами сможем увидеться вживую. Вот. По поводу прямой трансляции, ну, вы знаете, наверное, это все-таки сложно организовать, да, с открытого поля. Вот, вещать там в режиме 6 часов, это, наверное, специально нужно нанимать телевидение и так далее, это достаточно дорого, да. А так как мы работаем по системе краудинвестинга, все-таки к нам приходят денежные средства у вас, зачем же их тратить в огромном количестве на то, чтобы это продемонстрировать? То, что будут вестись съемки, да, это однозначно. То, что будет выложено большое количество фотографий и видеоматериалов по этой конференции, это будет. Это я вам могу обещать, поверьте мне. Вот. Возможно, в воскресенье, если получится, Александр Мынко, ему доступ в комнату сделан, если у него хватит, скажем так, ресурсов интернета, который будет там, возможно, он в 15 часов выйдет на свой вебинар, который называется «Семейные встречи». Я не берусь утверждать, но, по крайней мере, попытка будет сделана. Да? Вот. Теперь я готов выслушать вопросы, коллеги. Пока вы их задаете, Юрию все-таки я сейчас попробую помочь. Да, это касаемо ссылки на замечательную мелодию из Экзюпери. Вот. Вопросы вы пишите. Так, скажите, есть ли возможность с акционного счета купить акции в рассрочку? Нет, Юрий, с акционного счета акции в рассрочку купить нельзя. Потому что акционный счет это только для того, чтобы вы могли купить пакеты из раздела такого на светло-серо-зеленом фоне, да, так называемые стандартные пакеты. Стоимостью от 15 долларов до 150 тысяч долларов. Поэтому акционные деньги, поймите правильно, акционные деньги это подарок. Нельзя на подарок покупать еще какой-то подарок, да? Но согласитесь со мной. Было бы совсем как-то, не знаю, конечно, хочется все время от жизни получать сплошные подарки. Вот. Но жизнь устроена так, что кроме подарков надо еще трудиться. Да, Юрий, если вот с точки зрения, считается ли покупка пакета акций с акционного счета инвестицией, с точки зрения вас как клиента, да, с точки зрения компании это не деньги. То есть просто компания вам этот подарок отдает, да, который пообещала. Это для Юрия ссылка на YouTube. Инвестиции это то, что деньги приносят. Да? Вот смотрите, если вы приносите живые деньги, это инвестиция. Если вы заработали денег по партнерской программе, фактически это те деньги, которые мы вам должны отдать, и на бонусные деньги покупаете акции, это инвестиция. Акционные деньги это все-таки. Так, теперь Людмила Валентиновна. Была информация, что в 2017 году одна акция будет стоить 1 доллар США. Одна акция сегодня стоит там сколько-то центов. Получается, что увеличение почти в 200 раз. Вы же говорите в 53 раза. Где вы что не поняли? Смотрите, если вы возьмете, да, стоимость пакета, в который входит у нас сегодня 795 акций, то он стоит 15 долларов. Разделите просто 795 на 15. И вы получите уровень доходности, который вы видите в личном кабинете. Вот. Он будет 53 раза. То есть деньги, которые вы сегодня потратите, да, это 15 долларов. Вот. И деньги, которые вы получите, вот я посчитал, вот если видно, да, видите цифры, 53. Это дисконт. Это уровень вашей доходности. Поэтому вот так. Это простая математика уже. Понял, Юрий. Привет, Татьяне. Вот такие дела, коллеги. Какие еще вопросы? Я думаю, я объяснил, да, откуда берутся цифры 53, почему, скажем так, не 200, там, где вы написали, там, 0,0 чего-то вы считали и так далее.
Считается все просто. В пакет входит 795 акций. Вот и все. Так, друзья, ну, в принципе, если у вас нет каких-то вопросов, то можем заканчивать наш сегодняшний вебинар. Тот, кто еще не обедал, может пойти обедать, что я, в принципе, сегодня сделаю. Смотрите, Владислав, то, что вы написали, что у вас рассрочка 600, да? Коэффициент 600, это я так предполагаю, что вы успели купить в ноябре, там, до 17 декабря, да? Вот, соответственно, если вы будете выплачивать ее в срок, по крайней мере, никто не сказал, да, что мы там только тем, кто купит сейчас, закроет ее досрочно, да, будем предоставлять возможность приобрести себе пакет акций с дисконтом 600. То есть было сказано всем, да, кто является, как это правильно сказать, добросовестным плательщиком, да, тому будет предоставлена такая возможность. Поэтому, если вы выплатите это в октябре либо в сентябре, вам также будет предоставлена возможность купить на 600 долларов. Если больше нет вопросов, друзья, то, может, добавлю немножко своего. Смотрите, у нас есть большое количество вебинаров разных. Их проводят разные люди, лидеры, люди, которые умеют зарабатывать деньги, да, люди, которые разобрались в этом проекте, в котором мы все с вами принимаем участие. Лучше, что вы можете сделать, сами принимать участие. Не просто так бесцельно, да, лишь бы быть на вебинаре, нет. А с целью того, чтобы, если вы будете на вебинаре, чтобы рядом с вами был кто-то, кто в этом только разбирается впервые. Вот. В этом цели есть презентации, которые у нас проходят, да, о проекте понедельник-четверг. Вот. У нас есть партнерская программа вторник-пятница. У нас есть там, где рассказывают о технологии. Да? В особенности для тех людей, которые, вы знаете, скажем так, у них технический склад ума, да, те, которым интересны какие-то вот новинки в сфере, там, неважно чего, но то, что касается техники и так далее. Вы можете их приглашать на семейные встречи по воскресеньям, на понедельник на 13-20 часов, где Александр Мунко рассказывает о технологии. Вы можете их приглашать на среду, да, когда у нас Сибиряков с Суходоевым рассказывают, там, ну, красиво рассказывают. Да? Вот. Вы можете приглашать людей, которые, скажем так, из мира бизнеса, например, да, и им интересно, а как же все-таки эту технологию реализовать можно, куда ее применить. В четверг адресный проект, 19 часов, Владимир Маслов. Иногда он в 13 проводит, да? То есть просто люди послушают эту информацию от практика, потому что Маслов Владимир, да, он уже, скажем так, на практике один из проектов адресных подписал для Эстонии. Поэтому есть чему научиться, есть, скажем так, чего почерпнуть. И лучше, что вы можете сделать, если хотите зарабатывать вот по той части партнерской программы, о которой мы говорили, да, приглашайте людей на презентации. На живые. Следите за информацией, то есть не на живые, а слово нож, да, а на живые презентации, которые у нас проходят в целом ряде городов. В начале каждого месяца у нас идет рассылка по базе, где по датам расписано и по времени, в каких городах и кто у нас уже проводит живые презентации. То есть ваша задача – это привести туда людей, чтобы они послушали спикера, который есть на этом презентации, вживую, например, либо здесь в интернете, да? И у человека может родиться большое количество вопросов. Либо не родиться, потому что все равно у нас есть люди, которые как бы так соглашаются со всем, слушают все, но ничего не делают, да? Есть люди, которые три буквы Т, тахта, тапки, телевизор, да? То есть, ну, они тоже классные. Без них как бы жизнь была бы, наверное, скучной, потому что мы их любим. Вот. Но они, к сожалению, вам не помогут в тех проектах, где не помогут в тех проектах, где нужно прилагать активные усилия. Поэтому приглашайте людей. Это будет сказываться положительно на чем? Ну, в первую очередь на вашем бизнесе, да, потому что есть вероятность, что после этого они будут регистрироваться и приобретать пакеты, вы поможете изменить их жизнь, да, они помогут изменить вашу, ну и так далее. То есть тут такой клубок взаимопомощи, да, который, скажем так, выгоден всем. Вот. Ну и где-то, скажем так, большее количество людей, присутствующих на презентации, наверное, это все-таки еще социальное подтверждение тому, что мы двигаемся, мы растем и так далее. У нас примерно одинаковое количество там колеблется, надо 40 до 50 и прочее, да, бывает вот 20. От вас тоже много зависит. То есть мы с удовольствием вам поможем, мы с удовольствием каждый день работаем с клиентами, решаем какие-то вопросы, потому что вы понимаете, да, без каких-то вот, ну, трудностей назовем, не бывает никакого проекта. И у нас они бывают. Бывают сбои программы. Бывает, скажем так, пошел какой-то платеж, в это время где-то свет просто блымнул, да, молния ударила и там это. Все мы это ищем, находим и помогаем. Было бы ваше желание двигаться вместе с нами, вот. Ну, а мы уже со своей стороны берем на себя обязательства, скажем так, вместе с вами двигаться в этом проекте, реализовывать технологии. И тоже стремимся сделать вас успешными, богатыми и добивающимися своих целей. Всем огромное спасибо за то, что были сегодня с нами. Здоровья, любви, денег. Ну и хороших выходных, следите за новостями.
Вот, потому что у нас будет два очень интересных дня. Всем до свидания. До новых встреч, коллеги.